My position, Gere. خن خاطر لي بدل و قراني خير ايوه هرايه هموه باجك вот так встреча я думал мы тебя ещё до готов осмотреть наш чудесный храм види ведь раньше здесь были заброшенные руины. Теперь местные жители все время проводят здесь свои особые ритуалы. Что привлекает в Мау все больше богатых транжир. Удачное описание, Александрийца. А что говорит твоя вера? Признаю, иногда это бывает неприятно. О-хо-хо-хо! Меня одолели неприятели! Тихие, как те... О, дети обожают играть в прятки. Надеюсь, они рядом. Sale bebse, en keku. Хасина, живо спускайся. Но ночью отсюда можно будет посмотреть на звезды. Сюда пускают только жрецов. Ты же знаешь. Да, но я хочу посмотреть. Так, а ну слезай. Посмотрим на звезды с берега. Get it.
Кеба, как ты умудрился там оказаться? Хотел спрятаться, а теперь не могу выбраться. Мне страшно. Спокойно. Сейчас я помогу. Сюда. Через тоннель. Спасибо, дядя Байк. А теперь беги к Мар. Да поскорей. Попалась. Теперь ты прячься. Выходи, Найла. Ты мешаешь жрецам. Зачем идешь за мной? Чтоб ты не потерялся. Храм большой. Дверь, ты встретишь смерть от руки могучего гладиатора Сориса. Сорис, назад! На... Вроде бы всех это скрыл. Ты взгляни, подделка с твоего рынка. Как это ты ничего не знаешь? Я не слежу за делами на рынке, так что лучше поговори с торговцем. Ха, жрец, ты так же фальшив, как и ваши мумии. Минихет, я привел твое семейство. Спасибо. Что он хотел? Наши гости так любят покупать реликвии, что у нас уже не осталось мертвых кошек на продажу. Я не торговец, но они приходят со своими жалобами именно ко мне. Здесь нужна твердая рука. Это уже четвертая ссора на этой неделе.
decision, girl. My decision, Gere. Missen? The obvious, Nefer. I heard news. Are you serious? Она похожа на детскую подделку. Мумии фальшивки! Ты продал жене амулет Хатор, а она все равно заболела! Поделку. Эти мумии набиты соломой. Расскажи о фальшивых мумиях. Не впутывай меня в эту историю. Я от Минихета. И твое молчание оскорбляет его и богов. Ох, я не хочу гневить ни его, ни богов. Нас заставляют продавать фальшивки. Грозят уничтожить товары. Кто это делает? Давай поговорим потом. Встретимся ночью. На краю деревни, у поля. Она похожа на детскую подделку. Кто-нибудь из вас видел мою книгу мертвых? Она похожа на детскую подделку. Хочешь поторговаться? Попутного ветра. Удачи тебе. Прощай. Че, по че нам показ сейчас? Удачи! Поторгуемся? Хай посешен, Гере! Ладно. Бедедук, а не хает. Перу. Хай десишен, Гере. Будь здоров, друг. Чем могу помочь? А
попутного ветра. Удачи тебе. Кико! Отступиться, что ты делаешь? Айу-айя! Харумахе-бахи! Ну, с ним учерян. Дождаться ночи, тогда и поговорим. Я рад, что ты все-таки пришел сюда. Эй, присядь, выпьем с тобой вина. Обойдемся без этого. Эх. Коли ищешь зло, завсегда найдешь его. В неизведанных водах всегда можно найти на риф. Пожалуй, такой славный воин достоин знать правду. Говори, или разделишь судьбу своих друзей. Угроза это лишняя. Среди дюн, на юго-востоке. Там лагерь, где делают фальшивые мумии. Думаю, теперь ты уничтожишь его. Зато пощажу тебя, согласен? Уничтожение фальшивых мумий угодно богам. Во имя Ра. Какой позор. Виргзель. Сейчас он как лугать. Я говорю, все интереснее и интереснее, бля. Здесь не рады.
Надо действовать аккуратно. Прикрываю. Так, пошли. Что? Встает, да? Минихет будет рад. Злодеи наказаны. Thank you.
Держите! Я дам сигнал! Держите! Я дам сигнал! Вижу цель! Вижу врага! Могу стрелять! Вижу цель! Я выпотрошу тебя! Вижу его! Подстрелю! Вчера тоже так было, понимаете, 9-10. Один прям, мне вообще интересно. Где твои фокусы? Пут компа.
Не сожрет. Здравствуй. Терапи инсент. دخن بعد خريت من نومس نيو جريان يهن تو خنت خب الحيارك اني سجريت до встречи дедук а не хает что-нибудь приглянулось хорошо Был рад. Хай, десешен, Гере.
А вот и ты. Фальшивые мумии больше. Как мне облегчить бремя старого друга? Сегодня мы устраиваем чудное представление. Наша богиня Сехмет будет защищать людей от хаоса и Сфета. Но Паму, нашего актера, мы не можем найти. Верховный жрец непременно возложит вину на меня. Я помогу. Хвала Сехмет. Его дом у рынка, но сперва ищи в таверне. Мне так стыдно снова просить у тебя помощи. Паму время от времени любит выпить. Как же разит пивом. О, спасибо. Уже полдня пытаюсь его выдворить. Менихет. Это Паму! Что с ним случилось? Произнес слишком много лестных тостов во славу Сехмет. Но это ужасно! Люди шли из Красной и Черной земли посмотреть на бой! Если нужно просто драться, я помогу. Правда, Миджай? Так ты смог бы уберечь меня от позора! Верховный жрец, я буду биться за Сехмет. А где Паму? Сехмет играет он. Паму не смог. Он лечится в храме. Ладно, иди за мной.
это не серьезный бой? Лучше не расслабляйся. Не бойся. Я не опозорю великую Сехмет. Мы счастливы, что ты с нами этой священной ночью. Сейчас вы станете свидетелями торжественного обряда. Если злоба сможет завладеть вашими сердцами, Исфет, вестник хаоса, одолеет богиню. И Мау будет обречен целых 100 лет прозябать во тьме. Но если помыслы чисты, богиня снизойдет к нам и защитит от хаоса и забвения. Да мне сразиться с ним, дядя Байк! С незапамятных времен львица Сехмет хранила нас от алчности и смерти. Когда? Исфет был мужем Маат, богини Боря. Да защитит нас Сехмет! Однажды он сломал весы истины и стал пожирать человеческие души. Маат изгнала его и стала истиной. Холод заставил его вернуться. Сехмет это предвидела. Она преградила ему путь. Битва длилась 20 дней и ночей. Но Сехмет победила вестника хаоса. Воитель Сехмет побеждает хаос! Да! Ну, дядя Байк! Его оружие пылает огнем Сехмет! Острые клыки львицы пронзят завесу так, тьмы! Кто тут за Сехмет? Сама Сехмет направляет тебя! Да! Его оружие пылает огнем Сехмет! Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы! Сама Сехмет направляет тебя! Воитель Сехмет направляет хаос! Сама Сехмет направляет тебя! Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы! Его оружие пылает огнем Сехмет! Сохрани нам жизнь! Воитель Сехмет побеждает хаос! Да! Его оружие пылает огнем Сехмет! Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы! Воитель Сехмет побеждает хаос! Сама Сехмет направляет тебя! Да! Его оружие пылает огнем Сехмет! Сама Сехмет направляет тебя! Воитель Сехмет побеждает хаос! Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы! Свиреп, как сама Сехмет, кровопийца. Ха. Этот жрец, судивший битву богини с Исфетом, удивил меня. Он сам выдумал эту легенду. Такое услышишь только в Эмау. Я был бы рад предложить тебе остаться, но понимаю, что тебя ждут дела. Перед уходом попрощаюсь с детьми. Давай, конечно. Тебе всегда будут рады в Эмау. Если судьба тебя занесет к нам снова. Прошу, возьми маску и посох богини в знак нашего уважения.